И мамка застегнет тебе кофточку. Могу застегнуть. Ну что, ты ли вернешься сама? Или вернешься? Или вернулась? Или вернулась? Давай в обратку. Хватит так залезать, а то срыгнешься. А кто такие фиксики и как их зовут? Давай в другую сторону. Давай. Вываливайся. Ты на ковер надо. Давай, 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 давай. О! Ручку вытаскивай. Молодец. Прикольно, дочь? Прикольно? Прикольно, прикольно, прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Тебе нельзя на животе лежать, ты меня срыгнешь. Да. А кто такие фиксики и как их зовут? Обратно давай. Оп. Здравствуйте. Здравствуйте, мой карапуш. Похоже на арбуз. Смотри, какая тут книжка есть. И какая тут книжечка есть. Да, дочь, какая книжечка есть. Пойдем на мячике, повесим с тобой. Ты спать не хочешь еще? Спать не хочешь? Спать не хочешь? А спать не хочешь еще? А? А кто такие фиксики и как их зовут? Давай, вот так ручки. Ой, Мила, мы скользим с тобой по этому коврику. Вот так ручки, вот так. Вот так, оп-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 оп. Так, носки вот так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай. Раз. Ой, два, лихтунья. Три, четыре. Все, будем переворачиваться? Будем переворачиваться? Давай. Давай, 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 сама. Сама, 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 пожалуйста, сама. Руку-то надо сюда. Давай, сама. Волос. Не туда, не в ту сторону. Оп. Вот так. Молодец. Молодец. Да молодец. Молодец, Милана. Милана, молодец. Ой, какая девчонка. Молодец, солнышко мое. Молодец. Давай обратно. Давай, давай. Здравствуйте. 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 Все. Не хотим больше. Ну ладно, ничего, пойдем на ручку. У меня тут второй завтрак. Здесь бекон, яйцо и помидоры. А Сережа себе просто бутерброды сделал. Он не хочет яйцо с утра. Брат принес подарочки за 8 марта. Коробочку конфет. И Миланки сейчас буду стерилизовать. И потом дам поиграть ей. Тут прикольно. Ланка проснулась, я ей дала соску, погремушку, в тот раз она орала, сейчас вроде как-то более-менее, но мы уже около дома, поэтому, если что, сразу домой. Но пока она не кричит, будем гулять с ней. Фух, красавица. В новой шапочке, в новом комбинезоне. Я сегодня ничего не снимала, я вам расскажу, что у нас произошло. Сейчас я ее уложу, время 23. Что-то она сегодня ни на ручках не хочет, ни в шезлонге, она вот... Как-то ей не нравится. Хочет вот так вот полежать. Я смотрю, она немножко засыпает. Я ее тут поглаживаю. Может, уснет, не уснет. Укачаю на ручках. В 12 она уже точно уснет. И сейчас ее уложу, когда пойду в ту комнату. И расскажу вам, что у нас сегодня произошло. Неожиданно. И поэтому я как-то весь вечер выбилась из колеи. Даже отменила работу. Перезаписала на другой день. Мы намылись с ней, я ее, точнее, накупала. Накупала малышку, да? Так вкусно пахнет, чтобы она расслабилась. Но обычно после ванны такая спокойненькая, видите, она прям не очень активная такая. Покушали чуть-чуть,
покушала она. И сейчас, может, уснет. Подальше ее гладить. Солнышко мое. Малышка, кстати, сидит со мной. Я ей книжечку положила, погремушку. Не знаю, конечно, насколько книжки долго хватит. Она разговаривает со мной, а я тут сижу завтрак. Сделала себе чай, бутербродики. Да, завтракает мамка. А Милана со мной. Не все. Сидит, поддерживает беседу, развлекается. Сует полностью вот эту резиновую штучку и давится. Ну, Милана, ты даешь. И не отпускает ее. Ты сейчас себе глаз оторвешь. Ты что делаешь? Смотрите, что она делает. В общем, развлекаемся как можем. Она еще ударяется. Я ей подушку эту положила. Она ударяется об эти железяки головой. Трясет туда-сюда. В разные стороны головой крутит и ударяется. Из-за этого пришлось ей... А, да, кстати... Я еще сегодня ей ногти постригла, прямо она пока мультики смотрела, потому что она себя вечером, ой, ночью, мы же ее не пеленали, я вам рассказывала, и она поцарапала себе лоб. Я ей опять постригла прямо под корень, чтобы не царапала себя. Не царапала, чтобы Милана себя. А то расцарапала опять себе лоб, да? Расцарапала лоб себе, Милана? М? Кто расцарапал лоб? А гулять ты сегодня пойдешь? Я сейчас вам попозже, когда приду в студию, я пораньше приду, расскажу вам, что у нас случилось. Нравится, Милан? Книжечка нравится? Шелестит, да? Шелестит. Но рука интереснее, походу, да? В прошлом влоге мы с вами выбирались... делали генеральную уборку к весне в кухне. Сегодня мы делаем в прихожей. У меня тут небольшая перестановка будет. Хочу освободить пространство здесь, чтобы все получше было. А вообще я затеяла эту перестановку из-за того, что мне в прихожей надоела вот эта вешалка. При входе она очень сильно мешает, поэтому я все убрала на одну вешалку. Вот так у меня все получилось здесь. Ту вешалку Сережа мне ее разобрал, на лоджию брали. И полка. Мне не хватает той полки, которая у меня стояла вот эту вот в ванной. И теперь я взяла побольше деревянную, чтобы разместить все памперсы. Также пока малышка спит, я убираюсь. Это я делаю каждый день. Заправляю кровать, мою полы, стираю это все каждый день, пока она мне дает эти дела сделать. Все, я убралась. Сережа, когда станет, уберет вот эту вот штучку, разберет, попрошу. Мне вчера брат принес 8 марта коробку конфет. Смотрите, как круто выглядит. Я решила там все сладости хранить. И красивые конфеты, вкусные, они разные, там разные. Не знаю, такие нигде не видела. Вот такие. Обычно магните же новые продают. Вот такие вот внутри. Все конфетки такие вкусные прям. А Миланке я вам показывала, да, погремушки. Малышка проснулась. Я здесь, чтобы игрушки не валялись, решила все собрать вот в эту корзиночку. По-моему, вот эту нужно еще постерилизовать, я на всякий случай постерилизую. Теперь все игрушки будут в корзиночке. Это так неудобно. И здесь вот такой вот склад вещей. Это нужно все сфотографировать, выложить на продажу. Какие-то вещи я бесплатно все отдам там. Памперсы вон бесплатно хочу тоже выложить, отдать. Сейчас покажу вам тут. И здесь вот с той штучкой подставка места было мало, поэтому я решила, что лучше вот так сделать. Так будет лучше. Так, и здесь еще мне нужно поменять тоже все. Это Миланина полотенце. Неудобно одной рукой. Сейчас. Доча, ты проснулся? Она долго просыпается. Мобиль повешу тебе. Но теперь пеленованный не спит. А когда запеленованно спит, он что-то прыщ какой-то выполнил. Красивая моя девочка, привет. Привет, моя. Давай зарядку сделаем с тобой. Ручки-ножки потянем, да? И кушать будем, наверное. Ты уже кушать, наверное, хочешь, да? Я не успела мусор выкинуть. И, в принципе, все остальное я сделала. Зеркало еще надо помыть. Жалко, здесь розетки нет. Здесь не хватает розетки, чтобы можно было зеркало включать. А так чистота, занавески я постираю. Сейчас буду еще вот этот шкафчик сюда вот сдвину, чтобы сюда коляску убирать. Так будет намного удобнее. Так. Оно у нас, кстати, на улице.
соску вчера сосала и успокаивалась. И я взяла, чтобы соска не падала, вот такую штучку. Думала, уж не пригодится. Простерилизовала соску и положила в контейнер. Он тоже стерилизованный. И вместо шарфа мы вот такие спинявчики ей муслиновые под шею, чтобы не дуло, одеваем. Малышка, там праздник на улице. Ну, давай памперс менять все равно. Там праздник, а мы дома сидим. Давай, давай ручки, носки, пятигустки делать. А. Ладно. Молодец, сегодня уже еще лучше. Лучше сегодня, только голову-то. Держи. А! Чего? По стеклу только в понедельник. Ну ты приди, поговорим. Игрушечка, игрушечка. А? Давай ручки вот так. Вот так ручки. Да, молодец. Давай обратно. Давай обратно. Так, левее. 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 Левее, моя кошечка. Как дела у тебя? Как дела у тебя? Хорошо? Хорошо дела у тебя. Хорошо. Ты выспалась? Выспалась? Батю, выспалась, что ли? А? А давай теперь в другую сторону перевернемся. Давай. Давай, давай, давай. Соль. А. По стеклу только по. Я слышала. Давай. Вот так. Разборка это закрыта. А. Вот так. Что мне делать? А я не знаю, как ты реально, а как ты будешь его делать, если. Я тебе давно сказала, сделаю того, там разница 1000 рублей. Я не знаю, что ты. Нужно было на сегодня записаться, там и все. Там стекло оригинал, а там не оригинал. Ну, как хочешь, тогда решай сам. А я что сделаю? Тебе придется какой-то день административный брать стекло, ставить. Неделю я ты не смогу административный день. Ну, а что тогда? Там я не знаю, что тебе делать. У меня комков, потому что встречу. Я не знаю, что делать тогда. Все, сейчас он мне позвонит, когда он говорит, ему неудобно, там, время. Он мне позвонит сейчас? Ну, выключи камеру. Он когда мне позвонит? Тихо. Мы собрались, и снова малышка с соской. Так кричала, только соской засыпает. Смотрела, смотрела. Вот солнышко морщится. А я сейчас жду, Сережа мне купит на работу суши. Зашел в магазин, я его жду. Мы пойдем, он проводит меня с Миланой и пойдет гулять. Я пришла работать и хотела бы вам рассказать, что у нас вчера случилось. В общем, получилось так, что Сережа поехал. А, он Милане поехал, он говорил, что ей надо новый комбинезон и шапочку. Он поехал, выходит на улицу, срочно звонит и говорит, нам стекло разбили. Заднее. Полностью там трещина. Стали разбираться. А в этом ТСЖ, которым мы, там, значит, у нас камеры везде на домах и на крыше, и у подъездов. И, в общем, они пошли, скачали видео, но я видео на ноутбуке, на яблоке открыть не могу. Нужен обычный ноутбук, и отправить тоже у меня никому его не получается. Ну, в общем, проблема. Нам нужно до понедельника сейчас видео это как-то просмотреть. И оказалось, что мы когда пошли, там нашли тот камень, и сказали, что камеры, ну, охрана просмотрела. А в этот же день, в 6:50 утра...
С другой стороны дома тоже заднее стекло треснуло. Мужчина тоже пришел, у него тоже треснуло. Очень странное совпадение, и они сказали, что это вороны кидают камни, но камень был прям вот огромный. Я вам дома его покажу, у меня он остался дома. И я сейчас ставлю фотографию, где здесь, что со стеклом, его под замену. Теперь мы... он ищет стекло, и кто установит его, потому что вот он сегодня ездил в Детский мир за смесью, и оно еще больше треснуло. То есть там его держит, грубо говоря, только тонировка, и все. А нам нужно с тонировкой, потому что у нас либо сзади снимать тонировку на дверях, либо искать с тонировкой. В общем, ворона, типа того, кинула камень, он у нее выпал из лап, и именно на нашу машину. И что еще? Сказали, что вот так вот, говорят, там вот эти камни есть именно в этом водном мире, где мы живем. Их хотят убирать. Охрана, потому что, говорит, ладно там на машину, на большого человека ничего не случится, на взрослого, а если на ребенка, а если на коляску, если на ребенка, ну, в общем, это опасно. Я тоже шла и говорю, а если вот на ребенка? Но нам надо все равно посмотреть камеры, очень странное совпадение. И еще девушка, когда мы стояли с коляской, искали камень, подъехала на это место и спрашивает, ну, а что вы ищете? Мы ей рассказали, она сказала, что у нее утром тоже сигналка сработала, работала долго, но она не стала вставать, она спала. Ну, вроде у нее ничего нету. Но тоже долго работала сигнализация. Ну, пес, конечно. О, Сережа идет. Вон Сережа идет, я его вижу. Он пошел, поэтому. Сейчас, может, он мне поможет. Он ищет стекло, ходит. Вот, смотрите. Ха-ха. Сейчас я его видео сниму и пришлю ему видео.